Абсолютно политика за Красавскую айшчажерами фасит шача. Айпалара артуаху растолахада Владимир Путин. Абсолютно айайра уяжуя башукса ахыцарей ахипшим ражулар бжарат пяс хацара жоқ шукса ахыцарей рыдай нафалей. Я вас хочу еще раз поздравить, пожелать всего доброго вам, всей Абхазии, всему народу Абхазии. Анаюсия сид айпалара ахтахадахи. У растолахада Владимир Путин язгуетит и хайшез ашуксаза, а товары укшара айсхари шарто ханивижаха процент. У растолапе федерациях на ханивижпе регионы Инриехана, ей выпшим ахархарта курыла, абсна аусы цура ядгалуб. Юши Инриехана хазепшна плаква аусырвей. Я из окна хаусы цура алтшебзия амана ими пысуетва. Нацийцейт Путин. Я надеюсь, будет работать дальше. Развиваются все мероприятия по на программе на адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным. Госпрограмма, наша совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии. Наверное, есть вопросы, которые требуют какого-то дополнительного обсуждения. Мы этим займемся с вами. Аслан Бжения, Владимир Путин и Табуб Хаяху и Натчный Язгуитит, Абсны, Урастулы, Ризаха, Защику, Атухтон Пиамтезе и Хамчхакат Бала, Аджира и Шалагас. Уи Акрза и Шицхрагдзо, Ахунткарра, Курзеп, Социал, Экономика, Пи, Атпулах Черапи и Изаха, Защику, Риза и Гутра Аусача. Идет процесс гармонизации, в рамках гармонизации сделано очень многое, предстоит еще сделать очень много, поэтому это то, что сближает наши позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства. Это очень важно, мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Благодаря совместным усилиям недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести гражданство российское в упрощенной форме. Это тоже большой шаг, потому что наши граждане настроены в этом плане очень позитивно. Мы хотим и будем следовать тем договоренностям, которые прописаны в наших основополагающих документах. Хотим участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной при участии России, потому что это соответствует коренным интересам Абхазии. Для нас это очень важно. Абснахадаслам жене айпылара ялаганза, а университет Сириус, а федерал цагра датайт, араха и зейтархит, а царат процесс айчкаща. У Распылахада Владимир Путин айчцажара джогуахурала язгуэтит, абснат пиаджар Сириус, а университетача а цара ахирцо. Возможности большие. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, в сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться. Вы знаете, я здесь уже третий раз. Мне как-то организовывали экскурсию и до этого. Сейчас все это освежили в памяти. Я встречался с теми ребятами, кто учится в этом центре. Это, конечно, здорово. Я сам из семи педагогов сельских. То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности, это, конечно, капитал в будущее, который обязательно в порядке даст ощутимый результат. Мы счастливы, что рядом с нами, с Абхазией, такой центр, благодаря вашим усилиям. Абсни Ураспил Ирхадача и Иччажун, а журналистша Алмар Худзако Садкини Яхана. Абсна Хадаслан Бжения, Ари Айпалара, Ахушера Харака, Айтей. Сарекорцхепа, Алик Сабуха, Абсуа, Телехопшра.